Эрарта, Лав Арт. По своей сути, это моноспектакль. А моя ответственность, она заключается лишь в том, что я как бы оттеняю психологически, эмоционально концовку спектакля. Эта пьеса, она имеет свое театральное воплощение в театральной мастерской Козловой. В главной роли Полины Сидихиной. То, что зритель увидит 18 июня на сцене Эрарты в исполнении Светланы Ивановны Иванниковой, это совершенно иная история. Это совершенно иные подтексты, контексты. Это, конечно, другая энергетика, другая харизма. Мы позволили себе отойти от текста. И что Светлана, что я, мы позволяем себе некие импровизационные моменты.